конце апреля в Москве прошла научно-практическая конференция «Новые технологии в неврологии и нейрореабилитации», посвященная инновационным подходам к восстановлению пациентов после сосудистых катастроф. Мероприятие было организовано Федеральным научно-клиническим центром Федерального медико-биологического агентства России в качестве площадки для обмена опытом ведущих специалистов-неврологов и реабилитологов России. В обсуждении приняли участие более 100 ведущих российских врачей. Программа однодневной конференции была разбита на несколько частей. Ключевыми вопросами стали применение клеточных технологий в неврологии, в том числе технологии прямого репрограммирования стволовых клеток, а также проблемы тканевой инженерии нервных тканей. Проблема диагностики и лечения неврологических патологий тесно связана с научными изысканиями. Вторая часть конференции была посвящена обсуждению результатов наиболее перспективных исследований в этой области. Важные выводы были сделаны по проблеме организации службы нейрореабилитации в современных условиях. В частности, были подробно рассмотрены современные аспекты организации отделения высокотехнологичной нейрореабилитации в многопрофильном стационаре в условиях снижения платежеспособности населения, а также перспективы внедрения в клиническую практику инновационных роботизированных тренажеров с широкими возможностями восстановления пациентов после перенесенных нарушений мозгового кровообращения.